Тарази стартовал областной турнир по волейболу Кубок Акима Жамбылской области. Глава региона принял участие в церемонии открытия соревнований, посвященных 30-летию независимости страны, и пожелал спортсменам удачи. Также глава области ознакомился с ходом строительства жилых домов в областном центре при участии индивидуальных предпринимателей. В розыгрыше Кубка Акима области, посвященному 30-летию независимости, принимает участие 12 команд из всех районов области и города Тарас. Поздравив с открытием соревнований, глава региона пожелал волейболистам удачи. Призовой фонд турнира, который продлится до 6 ноября, составит 350 тысяч за первое место, 250 тысяч за второе и 150 за третье. Затем глава региона ознакомился с ходом строительства шестиэтажного дома по улице Калаура. Этот объект возводит компания «Бином». Подрядчики заверяют, что завершат строительство и сдадут объект в эксплуатацию до конца текущего года. Нам добить, потом тот раз говорил по отношению социальных объектов, школы, детсады. Школу я проект передал в управление строительства. Так. Он лежит, вам я показал вот этот проект. Вот, мы готовы, дальше нет, у нас пятна нету. Нам нужно пятно, чтобы привязать туда эту штуку. Хорошо. А по улице Карахана возводится жилой дом, который относится к классу элитного жилья со средней стоимостью 1 квадратного метра от 320 тысяч тенге. На данном этапе строительство этого комплекса завершено на 85%. Данный объект находится в самом центре города. Дом построен из качественных материалов. На первом этаже будет кофейня, ну а на верхнем – пентхаус. В беседе с главой региона подрядчики рассказали, что они чувствуют поддержку со стороны органов власти. Так, своевременно к объекту строительства были подведены инженерные коммуникации. Аким области пожелал подрядчикам удачи при реализации данного проекта. Валихан Талгатов, Аягост Леохан Кызы, Руслан Бегалы, Жамбыл Ньюс.